там все это время не снимала. Нет, не все это время, только это. Если обратная сторона Луны, это обратная сторона звезды. Dark side of the moon. Пошлите. Не, куда вам к вам? Такси. Такси. Вот оно. Ребята, сзади. А, такси, люди. А кто такси-то ждал? Ну, может, это ваше такси? Да не наше такси у нас. Зеленое. Точно не наше такси. Я просил, вы на такси приехали. Нет. Вторая. Давай, типа вешай. У тебя где пальтишко, Тимур? Вот, у него не пальтишко, у него пиджак обычный. Так, что, ждем такси и поедем, да? Он так ушел до дома. Не одевает у нас куртки. Блин, ну что у меня так? Я знаю, когда он куртку оденет. Когда будет весна, все будут раздеваться. Да, я помню, он все за ним уходил. Это у нас закон. Вот так вот, да, пришел в куртку. Я говорю, ты что делаешь, Марик? А он замерз за всю зиму. И потом весна в куртку. Это про меня речь идет. Про тебя, Марик. Он полысел еще. Это я, да. Ну, хоть шапку один. Хотя бы. Пиджак, давай, одевай. Короче, Никит, садись в машину, там тепло уже. Сейчас мы дождемся. Да, я один. Можете вообще все вместе сидеть, подождать, пока такси приедет. Пошли. Идите, садитесь. У меня... Идите. Она прыгала по всех, ей не хватает. Не помещается в голове тоже. На моей голове не помещается, на Маркиной помещается. Ну как-то, ну... Разъезжаемся потихоньку. Минут через 30 дома будем. Ну, вот это все. Я не Соня. Софья. Да, конечно. Софья. Софья, это София. Сейчас тут девчонок на такси посадим и поедем. Точно. София. Ты не знал? София. Нет, я думал, это два разных одинаковых имена. Имя. Два одинаковых имя. Один пиджак, один. Да мне прям... Идите, короче, садитесь в машину. Пошли просто туда направимся. Давай, Марка, обычно посадим багажник. Давай садись.